Доброе утро. Ты что тут не спишь? Ты что не спишь? У тебя тут что было-то? Чем ты тут занимался? Чем тут занимался? Чем тут занимался? Ты что не спишь? Ой, что такое за веселуха у тебя случилось? Что за веселуха? Что, на камеру не прыгаешь? На камеру ты спокойный. Взрослый лев, ты мне сейчас пальцы сломаешь, так прижимаешь. Да. Ты мой хороший, мой золотой, ты такой маленький такой, весь маленький худенький кот. Ох, я маленький худенький кот. Кто-то, скажи, пришел, у меня тут набаловался. Мама, приходи, убери теперь. У меня, скажи, кто-то все матрасы порвал опять. Ты что случилось-то? Кто порвал матрасы? А кто тебе колесо туда запихал? Ты сам? Или кто-то помогать приходил? Ты стену так выбьешь вместе с дверью, да? Голова крепкая, что ли? Кот. Кот живот. У тебя гости были? Или что-то такое было? Это же не мог ты так все сделать, да? Нет, не мог. Скажи, мам, я очень порядочный лев, я не буду этого делать. Это кто-то чужой приходил. С кольчиком поиграю немножко. Одной левой, да, малыш? Одной левой. Ух, да, вот игрушечка какая у нас есть. О чем задумался? Мур, мур, мур. Сын господин. И сын господин пришел. И скорее пришел весь. И колесико принес. И колесико принес. Да. Ну что? Мама, я колесико тебе принес. Поиграйся, заходи, да? Заходи, поиграйся. Ладно.